Это шикарное платье, восхитительное платье, которое сегодня для себя выбрала Надежда. И я просто любуюсь на эту красоту, стать на цветы. Боже мой, платье Миланта, роскошный принт. Ну что ж, тебе комфортно, расскажи о своих ощущениях. Я сейчас расскажу, вы только посмотрите, как оно подтягивается. Конечно же, мне комфортно. Я чувствую, как будто это вторая кожа, не ощущая ее на себе. Плюс ко всему, у меня откуда-то появилась талия, скажу тебе по секрету, очень так неожиданно и приятно я это обнаружила. Ну и, конечно же, великолепное, не сковывающее движение юбка Макси. Вот, это то решение, которое меня лично вот после декрета спасает на все случаи жизни. Я поняла, что юбка в пол — это идеальное решение при любых каких-то, при любой неуверенности в себе. И вам советую. Но только посмотрите, какие здесь цветы, какие яркие краски. Это просто поляна, поляна цветов. И посмотрите, насколько эффектно смотрится восхитительно А-образный силуэт, который делает нас еще более женственными, более привлекательными. Ну и, конечно же, цветочный принт. Вот, знаешь, я глажу, я так чувствую, что мне так и хочется прикасаться к этой ткани. Насколько она приятная. Что это за ткань? Это ткань масла. Вот помнишь, мы с тобой обсуждали перед эфиром, действительно, ткань масла пришла. Что это такое? Масло? Я впервые слышу. Что это значит? Я тебе объясню. У нас, кстати, на шопеншоу очень много вещей из этой ткани, потому что мы полюбили ее. Так. И объясню сейчас нашим милым телезрительницам и тебе, Оленька. Ткань масла – это особый вид трикотажа. В чем его отличие? Сверху он шелковистый, он смотрится как будто бы шелк, немножечко поблескивает таким сатиновым отблеском, но в то же время это ведь все-таки трикотаж, то есть он и подтягивается, и обладает изумительно красивым нежным отблеском. И все это дает, конечно же, эффект еще и холодка. Вот моя свекровь называет такие ткани холодок. Говорит, вот купила себе блузу. Я говорю, какую? Холодок? Она говорит, да. Говорит, потому что очень люблю, потому что на лето просто она обожает. Она берет и блузу, и шорты, и брюки из холодка, а тут целое платье. А я сейчас просто, знаешь, у меня мысли запутались. Вроде бы ты говорила, Надя, что у тебя 52-й размер одежды. А я смотрю на тебя и не понимаю, где 52-й? Вот в области талии, в области декольте. У меня полное ощущение. Посмотрите, какая грация, какая эффектная посадка. И обратите внимание, насколько все гармонично смотрится. И здесь у нас отрезная линия, отрезная линия пояс. Отрезная линия талии, она, как вот ты знаешь, неожиданно для меня действительно стройнит. Вот я никогда не обращала внимание на отрезные платья, это правда. Я всегда приобретала платье чуть заниженной талии или завышенной, но вы только полюбуйтесь, это некий эффект такой испанский. А вот знали, наверное, красотки испанские, когда шили себе такие платья, что они женственные, что они нарядные. Ну что же, я уже представила себя, как ты, Надя, отправишься в этом платье на вечер с мужем в какое-то кафе, вот так вот на романтической встрече. Вы знаете, я хочу вам сказать, нужно обязательно приобрести для себя, побаловать себя. Женщина должна выглядеть женщиной. И только платье делает нас женщиной, которая привлекает. И, конечно же, мужчина обращает внимание больше на женщин в платьях, в юбках, в женственных нарядах. Ну что ж, это особенный лот. Я поделюсь своими впечатлениями. Мы много предлагаем вам практичных вещей. А сейчас предлагаем вам задуматься. Задуматься о том, что вы тоже действительно можете быть женственной, чуть-чуть более капризной, чуть-чуть более беспомощной. Как этого нам не хватает каждый день. Но надевая такое платье, вот у актеров есть такое, да, костюм делает роль. Да. Надевая вот такое платье в пол, вы автоматически начинаете ощущать себя женщиной. И даже я хочу поделиться собственными наблюдениями. Если я иду в платье, если на мне платье в пол, я уже не бегу, я уже постепенно вышагиваю. И я вижу, как это смотрится, какое произвожу я впечатление. Платье для женщины – это как облачение, которое говорит: «Я женщина, я нежная, я
нежная и трогательная, и я нуждаюсь в защите. А значит, мужчина обращает внимание на такую женщину. Немножко позвольте себе быть слабой. И это вам даст возможность почувствовать себя желанной. Женщина в платье – это как картина, которую хочется рассматривать. Ну что ж, по-моему, великолепная картина, прекрасный принт. Действительно, хочется остановить свой взгляд и смотреть, смотреть до бесконечности вслед такой женщине в этом платье. Роскошное платье, и какой эффектный, а потрясающий создается образ. И, конечно, длина здесь играет немаловажную роль. Ну и, конечно же, не забывайте о ткани, комфортной ткани. Комфортная ткань для лета, ткань масла, ткань холодок, которая будет вас охлаждать в течение жарких летних дней.